новости в начале каждого часа в студии Терина Мажаева. Здравствуйте. В парламенте Греции признали, что Афины не смогут расплатиться по долгам, если не договорятся о новых кредитах. Под угрозой срыва оказался перевод очередного транша, который должен поступить на счета Международного валютного фонда уже 5 июня. Денег у Греции на оплату долгов нет и не будет, если кредиторы не согласятся продолжить оказывать помощь Афинам. Об этом в интервью местному телевидению рассказала спикер греческого парламента Никос Фулис. Напомню, что в обмен на новую финансовую помощь европейские страны-кредиторы требуют от Афин провести оптимизацию бюджета, что грозит массовыми сокращениями и урезанием социальных расходов. Такая политика противоречит предвыборным обещаниям коалиции радикальных левых, которая в начале года пришла к власти в Греции. Двукратный чемпион мира Роналду рассказал о желании вырастить в России звезд футбола. Как сообщает агентство Интерфакс, бывший игрок сборной Бразилии намерен открыть в Москве собственную футбольную академию. После обидного поражения от Германии на чемпионате мира мы поняли, что у нас нет звезд. Их нет также и в России, поэтому мне бы хотелось, чтобы они появились здесь, сказал Роналду. По словам бразильца, его академия будет работать с детьми от 4 до 18 лет, готовя из них спортсменов и граждан. Роналду отметил, что его проект нуждается в инвестициях. Бразилец трижды признавался лучшим футболистом года по версиям Международной федерации футбола, а также является двукратным обладателем золотого мяча и обладателем золотой бутсы. Китаец, который встречался сразу с 17 девушками, арестован за мошенничество. Афера вскрылась еще в прошлом месяце, когда мужчина попал в аварию. Все его дамы сердца встретились у больничной койки. Некоторые из романов жителя провинции Хунань продолжались долгие годы. Несколько девушек полным ходом готовились к свадьбе, а одна даже завела от него ребенка. Обманутые женщины организовали все...